Егор, за мной гонится, меня сейчас походу сейчас закалывает. Сейчас я тебя сейчас съем. Отлично, Егор, я король! Теперь я сейчас сожру его! Здорово, ребятки! Здорово, ребятки! Ты на канале Гроза! И сегодня с Егором мы играем в Roblox, а именно в робота-пылесоса. Да. Наша задача эту комнату максимально пропылесосить от этого мусора, но при этом на нас охотятся будут также другие игроки. Вот, смотри, какой пылесос короны, и у него очень много очков, при этом он нас может прям тоже взять и сожрать, поэтому нам нужно им не попадаться. Также есть по максимальному этот мусор становится большим и стать королем пылесосов этой комнаты, да? Егор. Да, но если тебе интересно, погнали! Ну что, Егор, а ты где? Я здесь! О, бери ускорение, смотри, вот этот, если ты видишь... Телек сожру! Давай, давай, охотиться, при этом смотри, нам друг другу нельзя близко подходить, потому что иначе мы друг друга просто сожрем. Сожри его! Сожру! Не подходи ко мне, не подходи! Я на третьем месте! Я вижу, ты больше, чем я. Ладно, пойдем охотиться и будем при этом тоже убегать от других игроков. Погнали! Кстати, ты заметишь, что я на третьем месте? Да, да, я вижу, у тебя 70 тысяч уже хп, а у меня только 50. Ребята, также не забывайте. Давайте, да, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, а мы продолжаем и попробуем стать королем пылесосов этой комнаты, да, Егор? Да. Так, слушай, я беру тут ускорение. О, конфету засосал. Ой, нормально. Я что-то сожрал, мне 1000 уже. Ого. Я на втором месте. Подожди, а как у тебя так получилось 109 тысяч насобирать? Первый, слушай, сожрал кого-то. Прикольно, слушай, тут у меня как... Мне 100 тысяч на втором месте. Так круто. О, мелкаш, мелкаш, давай мелкаша сожрем. Иди сюда, Есть, отличненько. Егор, не забывай. А он еще один межедал на ним. Где? Погнали, идем. На него король охотится, у него 552 тысячи. Все, иду. А, вижу, у него ускорение, вижу. Только нужно смотреть, чтобы король за нами тоже не охотился, иначе он нас просто сожрет. Давай его в ловушку загоним. Егор, ты с той стороны, я с этой. Давай, давай, обходи его, обходи. Обходи. Я зажжу. Блин, ну оставь мне его. У тебя 112 тысяч. Егор. Ну давай, да ладно, ладно. Сейчас я... О, там еще мелкашек. Давай, ты этого, я другого. Сейчас мы его сожрем. Иди сюда. Куда собрался? Сейчас я возьму ускорение. Я его сожру. Все, я пошел. Есть, я его съел. А у меня уже смотри сколько. Возле тебя и сзади тебя еще один. Я его сейчас сожру. Не-не-не, давай я. Иди сюда, мелкий. Тихо, меня не съешь. Фух, Егор, ты меня чуть не съел, офигеть. Иди сюда, чепуха. Какая чепуха, ты его съел? Я не могу его съесть. А я не знаю. Я все съел. У него какой-то щит, короче, наверное, когда щит, он, в принципе, то его и съесть нельзя. Слушай, у меня тут есть какой-то подарок, давай посмотрим, что это означает. Так, о, 25к размер, прикольно. Давай на 30, претендовать на 30к, ух ты. Ясно. А как так, ребята? Я выиграл какой-то подарок, и у меня теперь хп 124 тысячи, Егор. Не, подожди, у тебя выше, у тебя 135 тысяч, Егор. А он мелкий еще лежит. Слушай, я пойду охотиться на мелких, они находятся на другом, на другом конце кухни. Погнали туда. Иди сюда. Идем. Я съел, маленький. Давай, бери ускоряшку, короче, блин, погнали блин, в эту сторону. Иди сюда, маля. Давай, тебе помогу его загнать. Ну блин, что, получилось? Я не могу его съесть. Тихо, сейчас все получится. Догоняю. Подожди, только главное, чтобы мы друг друга не сожрали. Лови его. Ловлю. У него щит. Да, у него подожди, щит. Подожди, главное, чтобы ты меня не сожрал. Блин. Получается? О, король! Король. Блин, валим, Егорка. Валим. Блин, меня окружают. Щит. Тихо. Тихо. Реально, меня он догоняет. Не надо, дядя. Мне нужно просто взять ускорение. Егор, ты как там, держишься? Да, держусь. Ребята, мне нереально преследует пылесос. Если он меня догонит, то он меня просто сожрет. Так, погнали. Блин, да что ж ты ускоряшку мою забрал? Капец. Тихо. Он достал от меня. От меня нет. Так, тихо, погнали. Блин, опять ускорение забрали, это капец. Вроде я оторвался, Егор, ты где? А вот еще один маленький. Да, вижу, сейчас я на него буду охотиться. Он ускоряшку берет. А ты, бля, какой проказник, сейчас мы его, короче, догоним. Тихо. Иди сюда. Давай. Малыш, иди сюда, я знаю, ты хочешь, чтобы я тебя съел? Не надо брать ускоряшку. Егор, я не знаю, как у тебя, но у меня не получается догнать. 30 хп. Челик гонится, блочь у него. Давай. Осталось чуть-чуть. Малыш, осталось чуть-чуть. Не могу, Егор, не могу.
Мне нужно догнать этого 38-тысячного пылесоса. Осталось чуть-чуть. Блин. Не нужен, он не сильно нужен. Я чуть не попался, за мной король гонится. Офигеть, да, Егорка. И у меня подарочек откроется буквально через 20 секунд. Таким образом, ребята, мы станем еще больше. Капец, я не знаю, как тебе, Егор, но мне эта игра нравится. Отрывались. Я съел! Съел! Хорош. 200! Я на втором месте пока что. Так, за мной гонится теперь тоже более мощный, более большой пылесос. Пытается меня теперь нагнать. У меня уже 203 077 очков. Отлично. Так, ну что, я беру, наверное, сейчас подарок, открываю. И мы можем 30 тысяч монет забрать. Смотри, какой у меня скин. Вау, как ты такой скин заработал? Прикольно. Я купил его. Класс. Слушай, а я тоже могу это сделать? Да, можешь. Сейчас купить. Я посмотрю, что возле меня никто не тусуется, и я зайду тоже в скин. Вот там макарон! И за макарон гонятся! Купить? Я тоже себе скин купил. У меня теперь пылесос в виде смайлика. Ребята, если вам нравится данный скин, также не забывайте ставить лайкосики. Егор! Этот скин, как на твоей кепке. Разверни, покажи ребятам. У тебя же такая же самый смайлик. Покажи. Да, крутяк. Слушай, ты где? Давай вместе. Я здесь, меня чуть не поймали. Иду к тебе, а. Так, вижу тебя. За тобой король гонится, Егор. Будь осторожен. Ладно, я пойду пока поохочу. А, сейчас за мной будут охотиться вот этот более мощный. Слушай, Егор, я на четвертом месте. А, не, подожди. Да, я на четвертом месте. Ребята, мы все ближе и ближе приближаемся к отметке того, чтобы стать королем. Непосредственно королем. Пылесоса этой кухни. Офигеть просто. Так, вот малыш какой-то, сейчас мы его захряцаем. Иди сюда, малыш, не бойся, это будет не больно. Ты милый. Тихо. Сейчас, надо брать ускоряшку. Забрал удалок в свое время. Не, малыш, сейчас мы тебя съедим, малыш. Давай. Еще чуть-чуть. Боже, он смотри, он подо мной. Осталось буквально чуть-чуть. Давай. Я свалил его. Егор, я почти его захавал. Он от меня отрывается. Ну как так? Сейчас его съем. Давай. Еще чуть-чуть, малыш. Малыш, давай. Блин, за мной гонится другой, более мощный. Это я. Какой? Это я, да. Меня не схавай. Хорошо. Ты гонишься, ладно, гони за ним. Фух, я уже думал, что все, мне сейчас будут гайки. Думаю, меня уже окружает. Так, у короля 630 тысяч, ребята. ХП, да. Сейчас я захаваю вот этот смайлик. Я попытаюсь его догнать. У меня ускоряшка. Вот сколько здесь. Давай. Есть. Фух. Егор, сколько у тебя уже? Ну, король едет. Офигеть, Егор, у тебя 260 тысяч. Вот это да. Вот это круто. Ну, король едет. Да я вижу. И также он пытается меня нагнать. Так. Сейчас я возьму, короче, ускорение. Король отстал. Ага, король за мной гонится. Да, пощадка. Пытается меня догнать. Нифига у тебя не получится. Так, сейчас мы его обойдем. Дядя. Гля, за мной реально король гохотится, Егор. Смотри, не вздумай ему. Не вздумай ему попасться. Так, за мной охотится пылесос, у которого хп 275 тысяч. Егор, он за нами охотится. Капец, они нас зажимают. Егор, капец. Егор, очень плохие дела. Это какой-то дизлайк. Ребята, поставьте лайк, поддержите нас лайком, чтобы мы не попались. Ну или дизлайк, да, в принципе, как кому нравится. Так, слушай, ну а мы тем временем... за мной вроде уже никто не гонится. О, вон король. Да, вижу, сейчас я малыша попытаюсь захавать. Да там король уже еще за тобой. Не-не-не, он за мной вроде как не идет. Еще нас схавал. Тихо. Схавал. Иду обратно, короче, возьму ускоряшку, съем у того малыша. Сейчас, у меня скоро будет уже 200 тысяч хп, Егор. Ага. Прикинь. Вот, подожди, а чего я малыша не съел? А как это так? Егор, он проскочил мимо меня, прикинь? Да? Да, малыш проскочил мимо меня. А за мной едет! И за мной меня окружают! Прикольно. Так, слушай, давай откроем подарок. Ты не забывай, открывай подарки, и там у тебя будут появляться разного рода плюшки. Но только нужно посмотреть, чтобы тебя никто не окружил. Так. 5, 4, мы можем претендовать на 35. Офигеть, Егор, я себе поднял хп. У меня 300! А у меня 255 тысяч. Но ты лидируешь, офигеть. Вот это, конечно, крутяк. Я на втором месте. Это крутой результат, реально. Так, где ты? Там челик есть. Егор, ты в курсе, что ты на втором месте? Да, я знаю. Егор, у тебя есть шанс стать королем пылесос. Король пылесос этой кухни. Офигеть просто. Сам король едет.
Ну да, у короля 652 тысячи. Я думаю, что мы с тобой справимся. Как ты думаешь? Ну что, Егор, как у тебя дела обстоят? Нормально. За мной пытается охотиться, смотри, сам король-пылесос, но при этом у него вроде как ничего... О, нет, ничего не, вроде не получается. Да. Он нагоняет мелких, он все-таки не рискует атаковать большого, хотя, в принципе, он-то может меня полностью поглотить. Так, я вижу, что впереди меня также есть пылесос, которого 388 тысяч хп, и они меня окружают. Они меня окружают. Егор, сделай что-нибудь. Меня окружают два пылесоса. Ты хочешь меня съесть? Они меня хотят захавать. Тебя давай я уничтожу, я тебе схабаю. Да не надо. Вроде я как отрываюсь. У меня вроде получается. Папа, давай тебе схабу. Не надо, Егор. Я уже оторвался. Все получилось. Отлично. Я еще взял ускорение. Я вижу тебя, Егор. Вот ты смайлик. Отличненько. Давай держаться вместе. Слушай, Егор, но ты уже на третьем месте. Я знаю. Ты был на втором, но стал на третьем месте. Нужно нагонять. Так, сейчас мы съедим вот этот мелкий пылесос. Так, давай, малыш, иди сюда. Так, ладно, там король. Король тоже хочет его захавать. Так. Ускорение, дядя. Давай, малыш, иди сюда. Иди ко мне в мои объятия. Сейчас я тебя просто съем. Не волнуйся, сейчас все будет хорошо. А король меня не догонит. Король попытался меня догнать, но у него ничего не получилось. Так, ладно, погнали. Я могу, в принципе, уже открыть подарок, Егор. Реально? Да, и я стану сейчас больше. Ну что, пробуем? А, мне 3 черепа я могу выиграть. Так, плюшки какие-то. Смотри, какой у меня скин. Егор, у меня 317 тысяч, я вижу, прикольно. Ты в виде пирога, прикольно. Да. Слушай, Егор, я на четвертом месте, ты на третьем. Mm-hmm. Мы с тобой лидируем, поэтому давай попробуем хотя бы второе. Закрепиться на втором месте, да, Егор? Да. Так. Ладно, мы максимально сейчас нахаваем мусора и будем просто огромны. Твою съем! Кого? Тебя. Да не надо, Егор, ну мы же играем вместе, это будет просто нечестно. Поэтому даже ты не взглянем. Ты куда собрался, ну иди сюда. Да не надо, ты что, за мной охотишься? Да. Смотри, я сейчас стану больше, и я потом тебя могу еще съесть. Не надо. Хорошо, ладно, давай вот этих мелких попробуем захавать. У одного 3000, у другого 2. Если мы сидим, то, в принципе, мы себе нормально сделаем. 4000! О, поглотил! Еще одного! Отлично! 333! Егор, я тебя догоняю, причем очень активно. Я вижу, охотятся за нами. Я вижу, меня тоже поджимает. За тобой гонится, я вижу, да. Так, за мной гонится также коричневый пылесос, пытается меня нагнать, но у него ничего не получается. Мне тоже, Так, давай за ним. Блин, малина. Что такое? Его, ты оторвался от короля? Схавали его скорость. А, вот еще скорость. Какую скорость? Нашел скорость. Не надо. Сколько у тебя тысяч, Егор? Да, мне осталось буквально 2000, чтобы тебя догнать. Представь себе. Ага. И давай сделаем так. Тебе даже больше у меня. Уже больше? Да. Да ладно. А, точно, я тебя перегнал. Теперь я могу тебя съесть. Не надо. Егор, я сейчас тебя съем. Да не надо. Ну давай, короче, кто кого съест, догонит, тот и победил. Давай. Да не надо. Ну хорошо. Не заставишь тебя. Ну хорошо, ладно, давай попытаемся. За мной сейчас гонится какой-то другой робот-пылесос под ником DB928. Я не знаю, получится. Меня окружают. Егор, меня окружают они вместе с королем. Капец. За тобой гонится также, Егор, осторожно. Вот мелкий. Затрекай. Нет, тихо, сейчас у меня все получится. Наверное. Или нет. Да, я оторвался. Они вроде как перестали меня преследовать. Вот тебе подарок. Я вижу, сейчас мы его откроем и посмотрим, что у нас тут попалось. Так, 40 плюс. 40 тысяч, офигеть. Ребята, у меня 390 тысяч. Ты на третьем месте. Да, я знаю, и сейчас у меня, в принципе, будет уже 400 тысяч. Сейчас я только этого мелкого съем, да и все. Давай, мелкий, не сопротивляйся. Это будет... О, я его употребил, я его съел. Отлично. Хорош. Ну что, все. У меня 400 тысяч. Ага, я вижу, да, круто. Ну что, Егор? Ох, вот съели! Капец! Сейчас Арина на первого лидера. Сейчас пойду съедать. А не, он ушел. Слушай, знаешь, как я предлагаю сделать, Егор? Я предлагаю нам съесть кого-то друг друга и потом догнать короля и съесть его. Да не надо меня есть. Мы тогда одолеем с тобой совместно. Да я хочу, чтобы я тебя съел. У меня вообще мало. Сколько у тебя? У тебя 389 хп, а у меня 400. 162. А мне 452.
Ну что, давай, может, я тебя? Не надо! Тогда мы с тобой победим короля, Егор. Меня сейчас захат. Егор, за мной гонится, меня сейчас, походу, сейчас захавает. Давай, хавай меня. Сейчас я тебя сейчас съем. Отлично, Егор, я король! Теперь я сейчас сожру его. Отлично, Егор, вот это многоходовка, отлично. Отличненько, сейчас мы его сожрем. И мы станем королем. Да, Егор, 1 371 000. Это наша общая победа, ребята. Ставьте лайкосик, не забывайте подписываться на канал. Ну а мы стали королем этой комнаты. Мы стали королем роботом-пылесосов. Это просто сумасшедший результат. Но, ребята, мы добились этого результата только благодаря тому, что Егор пожертвовал собой. Да, Егорка? Да. Круто? Да. Давай пятюню. Ребятки, если тебе понравилось видео, обязательно подписывайся на канал, ставьте лайкосики, пиши свои комментарии, что думаешь по поводу этой игры. Ну и мы с тобой обязательно увидимся когда, Егор? В следующем видео. Пока-пока!